Уважаемые друзья, приветствую вас по случаю открытия 5-го форума социальных инноваций регионов. Ваш форум пользуется высоким, заслуженным признанием как востребованная дискуссионная презентационная площадка для обсуждения актуальных проблем развития социальной сферы страны, демонстрации передовых разработок, технологий и подходов в демографии, здравоохранении, образовании и других областях. Отмечу, что многие новаторские, по-настоящему прорывные идеи изначально были предложены и реализованы в ряде наших регионов, и сегодня они уже приносят реальную отдачу по всей России. Имею в виду такие программы, как поддержка семей, совершенствование инфраструктуры детского отдыха и активного долголетия, инновационное развитие системы социального обслуживания населения. Еще раз повторю, важно, что эти позитивные изменения охватывают всю страну, служат повышению качества жизни людей. Безусловно, особая роль в продвижении лучшего регионального опыта и практик, консолидации на этом направлении усилий государства, муниципалитетов, бизнеса, институтов гражданского общества принадлежит вашему форуму, собравшему большое число участников. Вы хорошо знаете существующие проблемы, искренне болеете за дело и всегда нацелены на результат. Убежден, что форум пройдет в конструктивном, плодотворном ключе, а его решения обязательно осуществятся. Желаю вам успехов и всего самого доброго. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин.